Всем привет, дорогие друзья! Я съездила в город, купила кое-какие продукты. Сами понимаете, семья большая, продукты очень быстро заканчиваются. Поэтому я съездила, скупилась. Сейчас подниму пакет на стол и будем с вами потихоньку разбирать. Вот такой вот пакет. Ну, еще и в сумке тоже есть. Сейчас буду потихоньку доставать. Устала очень сильно и показывать вам. В первую очередь покажу, купила две бутылки масла, разбирая сразу на видео, потому что времени нету. Две бутылки растительного масла взяла, потом купила майонез, пачку, и купила салат. Иногда мы его берем, потому что, ну, любим кушать такой салат. Да, сыночка? Да, Егорка, ну, так, позови Ильюшку. Сейчас он будет все разбирать сразу в холодильник. Дальше купила пачку чая, потому что у нас вообще весь чай закончился. Ильюша, на, разбирай, иди. На, майонез в холодильник убирай. Салат убирай, масло на убирай. Салат еще фиговый. Ну, а что теперь? Фиговый, фиговый, ничего не поделаешь. Дальше. Купила одну курицу, потому что мясо тоже закончилось. На, Ильюш, бери. У меня сразу будет старший сын убирать. Потом дальше купила три пачки риса. У нас рис, потому что весь заканчивается быстро. Дети любят плов. Потом дальше взяла три баночки килька в томате. Ильюша сразу обрадовался, он ее обожает. Дальше взяла вот такие вот три пачки спагетти. Но они сплюснутые такие. Макаронные. Масло убирай растительное, Ильюша. И у меня в последнее время стала любить Марина сыр. Взяла вот такую палочку колбасного сыра, потому что Марина обожает стала его. И взяла еще, и Ваня, да, кстати. И взяла еще три пачки сахара, но доставать его не буду. В общей сложности у меня вышло 864 рубля. И отдельно еще брала сыр, у меня вышло на 70 с чем-то рублей. Ну, грубо говоря, ну, 950 рублей, да? Вышла закупка вот такая вот продуктов, но это нам на пару дней, что все вот это вот на пару дней совершенно. Ладно, ребята, вот такой вот обзор, оставайтесь с нами и всем хорошего дня и хорошего настроения. Ребята, еще раз всем привет. Решила детям устроить праздник в честь 1000 подписчиков. Сходила в магазин. Почти уже, да, ребята, почти 2000. Взяла два торта. Один вот с такой вот розой. Постараюсь так показать аккуратно. И сейчас покажу второй торт. И второй вот такой вот тортик. Два торта таких взяли девочки. Рады, что у вас столько подписчиков стало. В честь подписчиков, я думаю, решила детей побаловать немножко. Купить тортов. Мам, а я еще тортики. Ну, также зашли в магазин, еще взяли квашеной капусты и морковку корейскую. Сейчас, убирай в холодильник. Тут у меня дети пришли помогать. Потом взяли Маше и Свете по одной булочке, потому что им не досталось. Также взяли колбаски вареные, одной и второй колбаски, разного сорта колбаску взяли. О, Ваня Лоска тут залез, Ваня. Вот так вот. Не грызи кофту. Сейчас будем тортик с чаем пить. Да? Будем праздновать 1000 подписчиков. Ваня тортик хочет, да, Ваня? Ой, тортик мама купила, да. Мама, я тебе такой тортик. Хорошо, сейчас будем тортик кушать. Спасибо, дорогие друзья, что вы подписались нас, мама, на нас. Ты, что мама, вы верите в нас. Помогай, помогай. И мы надеемся вас не разочаровать. Да? Помахай, Ваня. Помахай, привет. Я же помахала. Помахай, привет. Не хочешь, да? Мама, ладно, ребята, буду ребятишек кормить. Поить чаем с тортиком, да, Мариночка? Ой, Ваня, Маша. Мама, я буду сама кушать. Конечно, будешь сама это кушать. Это белый кузин. Да, мама, это из-за того, что у вас 1000 подписчиков на канале. Это белый. Да. Мама, мама,
Ладно, все, спасибо, дорогие друзья. Пойдемте пить чай вместе с нами. Сейчас, ребята, будем пить чай вот с таким тортом. Мы решили, вот этот торт мы съедим за 1000 подписчиков. А второй торт мы оставим, когда у нас будет 2000 подписчиков. Но это уже немножко осталось. Так что сейчас буду резать и давать детям. Тут как раз на 8 человек будет. Ладно? Да, что ты говоришь? Там Ванюшка сидит уже. Ладно, будем резать. И всем спасибо за то, что вы остаетесь с нами, что вы подписываетесь. Мы надеемся вас не разочаровать. Вкусный, ребята, тортик? Да. Вкусный, кушает, сидят. Ванюшка, как тебе тортик? Да, у тебя очень вкусный. У тебя даже это... Ой, какой вкусный. Да, с чаем пьешь тортик. Пей, пей давай. Дом прохладно, поэтому Ваня немножко в кофточке. Так, тортик очень вкусный. Мама, я кофточки. Тут еще Илюшкин кусочек остался. Так, он сейчас придет и будет 2000. Кушать. Скоро 2000 подписчиков, и дети ждут, когда торт. Завтра встанете, и завтра будет 2000 подписчиков, и будете второй торт кушать. Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита, и всем спасибо, что вы остаетесь с нами. Всем привет, дорогие друзья. Новый день, новый влог. Хочу сказать огромное-преогромное спасибо всем, кто подписался на нас. Нас уже больше 2000. И сейчас Оксана проснулась уже, она не спит. Девочки просыпаются, у нас время 11 часов уже почти. Света собирается в школу, у нас во вторую смену ходит. А Ваня просыпается? Ну, Ваня маленький, Ваня спит еще, да. Я уже давно затопила печку. Топим печку, пьем чай. Что, Марин? Ну, торт будем есть, когда все девочки со школы придут. Это они будут отмечать уже 2000 подписчиков. Второй торт, они, мы вчера так решили, что оставим на 2000 подписчиков. Они как знали, что быстро подписчики, говорит, идут. И ты, говорит, вчера... Во сколько по времени? Часов 10, да, наверное, уже было 2000 подписчиков. Да. И Егор прибежал. Мама, говорит, у тебя уже на канале 2000 подписчиков. Я говорю, да не, я говорю, нету еще. И мы когда посмотрели, точно было уже 2000 подписчиков, за что огромное-преогромное спасибо вам. Я, конечно, была в шоке. Я сегодня встала с утра и прочитала комментарии. Честно, я даже плакала. Потому что это трогательно. Пишут люди хорошие комментарии. Мало кто написал плохих, за что огромное спасибо. Спасибо за поддержку. Хорошие комментарии придают сил дальше снимать, поэтому будем снимать. И я вчера хотела, обещала вам показать семена, но так и не показала. Но сегодня обязательно покажу, сейчас я вам даже покажу их, потому что они у меня здесь на столе лежат. Тут ребята мультик смотрят, поэтому вы можете слышать посторонние звуки, уж извините. Сейчас я вам покажу семена, какие мне вчера пришли. Так, дорогие друзья, какие у меня вчера пришли семена? У меня пришли кабачки, белогор. Ну вот, 10 пакетиков взяла, надеюсь, хватит. И вот такие вот кабачки цукеши, два разные взяла сорта. Они недорогие были, поэтому взяла. Дальше, берем всегда огурцы зозулю, очень нравится. Поэтому 10 пакетиков взяла, мой говорит, мало взяла. И также берем огурцы теща. Ну вот в том году мы брали, нам понравились. Они маленькие, такие пупырчатые. И вот нынче решили опять их взять. Напишите, кто вообще какие садит. Может, мы из других каких-то попробуем. Поэтому вот так вот. А тут Ванюшка встал. Ванечка, доброе утро! Да. Чё там, семена? Тебе Света печенье не хочешь? Проснулся и сразу к маме лезет. Да, к маме на ручки надо, да? Ну, сейчас возьму тебя. Вот такие вот, ребята, семена. Света чай пьет и собирается в школу. Все, беру, беру тебя на руки. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения.